Завчасно готуйтеся до виходу. Станція Хрещатик. Перехід на станцію Майдан Незалежності. Будь ласка, не залишайте своїх речей. This station is Хрещатик. Change here for Майдан Незалежності. Мы еще заранее приехали. Это дружба народов, дружба. В эту сторону нам. Метро, почтовая площадь. Идем на встречу. С подписчиками. Сегодня день Николая, как раз вот мы говорили. Да, именно сегодня день Николая. Вышли из метро, почтовая площадь. И вот фуникулер. Здесь назначил нам встречу Коля. Ты что, Коля звонишь, Таня? 10 минут. Юля звонит? 10 минут. Тамару сегодня не видели с Таней, мы уже здоровались со зрителями. Не видели еще. Привет. Всем привет. Привет. Из Киева. Кафе открылся, белый налив. Пишли. Да, пишли? Еще рано, еще 10 минут. А вот это набережная, речной вокзал. Набережная там. Напоминаем зрителям, что в этой церкви отпевали Тараса Шевченко, когда его привезли из Питера. А потом повезли в Кани. Мы стали как гвоздики в середине. Идемте хоть в фуникулер зайдем, что ли, а то что-то прохладно так. В кафе раньше не было, белый налив. Появилось новое кафе. Люстра висит, смотрите. У нас дома раньше такая люстра висела. В зале, в Нукусе. Можно сесть в вагон. Поднимайтесь к Михайловскому собору. А видите, водители одеты. Вместе. Доброе, доброе, чекаем. Где он говорит? Мы уже паркуем машину. Ага. Еще время есть. 10 минут. Да, еще 10. Мы заранее пришли. Да. Праздник святого Николая, правится церкви. Свечечку, да. Здравия всех видных и близких за наших воин. Дай им, Господи, чтоб...
как раз они пришли. Мы успели даже за здравие уже поставить свечку. Идем, идем, вон Тамара звонит как раз. Фуникулер. Вот. Фуникулер. Ага. Вон уже они пришли, стоят, ждут. Привет! Мы ждали тебя. Колечка, раза. Коля, ты, с праздником тебя, с праздником. Здравствуйте. Очень приятно. Люба. Люба. Гарик, очень приятно. Да. Да. Вы пока парковались, мы тут уже 10 дел сделали, понимаешь? Ну як? Мы тут. Мы тут. Таня будет. Таня посадила. Михайловский Златоверхий. Красивый такой. Коля, ты снял Михайловского Златоверхи? Михайловский Златоверхий. А мені його не треба знімати, ми по історії його вчимо, этот барокко. А для людей? Показать своим зрителям красоту такую. А мы идем на Софиевскую площадь. Елка стоит. Сейчас ее будет открытие, будет зажигать. Ой, троллейбус тут как раз не вовремя. По всей красе Софиевский собор. С стороны Софиевской площади Михайловский собор вот так выглядит. Вместо руководителя, да? Зажгись! Да. Если близко встать, не будет видно. Видите, вместо верхушки герб. Працюємо. Кличко поздравляє. Підтримуємо наших воїнів. Мер города нашого. Життя в наших містах та селищах. І усі разом з пильними усиллями робимо все для перемоги України. Слава Збройним силам України і слава Україні! Героям слава! Дорогі діти, дорогі кияни, які прийшли з діточками, по традиції пропонуємо зробити зворотний відлік ялинку. І так всі разом. 5, 4, 3, 2. Вітаю ще раз всіх зі святом Святого Миколая. Радості, щастя і кожен мріє, кожен з нас мріє, щоб ця мрія збулась, щоб мирне небо повернулось знов до нашої країни. Ми робимо все для перемоги нашої держави. Бажаємо цього і робимо все для того, щоб все це відбулось. Зі святом вас! Дякую! Мы с вами на первой линии возле Кличка.
О, новогодняя обстановка и музыка новогодняя. На другой? Да. Пошли. О, зашли в ресторан. Смотрите, как здесь уютно. Тепло. Кувшинов сколько. О. И елка здесь. Угу. Коля, с днем Николая. Тебе подаруночек от нас. Тамара. Скромный, да. Скромный. Это вам. Мы не знали, что Назар будет, да. Не знали. Тамар, проходи. Да там скромный. За конфетки. Это печеньки с музыкального сопровождения. Дякую великим. Лосочки желто-синие. Это Назар, друг, да? Это преподаватель мне по математике. Ага. Преподаватель по математике, кому надо, обращайтесь. Колин преподаватель. Школу. Свои каналы в этом ТикТоке. Он ведет страничку в ТикТоке. Да? Там, да, помогаю. Назар, покажи свой ТикТок. Да, что, такой молодой, это просто... Да, я и говорю. Да, так... Мегамозг. Да, очень много. Сейчас математика, да, нужна. Математика, кстати, наверное, долго. Это история Украины и математика. Угу. Это два вот таких предмета, которые просто тяжело найти. Чтобы преподавать. Ну, понятно. Такого уровня. Молодые. Да. Это школа у тебя, да? Онлайн. Онлайн-школа. А, красота какая. Будем обращаться. У нас растут как раз детки, которым будет нужна математика. Потом по-мерзкий фирменный, потом с куркой, это сыром, 4 сыра и курда. Вот это есть такие хачапури. Ну и хинкали разновидности есть. И потом с телятиной, с бараниной, с куркой, это грибами. Хинкали, да? Ну, вообще хочу чай, десерт, все. А тут десерты, наверное, не ну, как нет? Есть, тут все есть. Вот салаты, закуски, ну, тут, конечно, десерты будут. Так интересно, я думала, просто лампы горят, оказывается. Такая люстра называется. Люстра-светильник. Это, наверное, грузинский, да? Да, грузинский. Хачапури и вино. Это сетевой ресторан. Называется хачапури и вино. А, хачапури? Много, и вообще не только по Киеву, они по Украине. Это сетевой ресторан. А, понятно. У нас нежнейший среда, день яблочный, дуже смачний. Спеціально грузинское блюдо, класичное, традиційне. Угу. Всім гостям рекомендую. Дякую. Є фісташковий. Давайте кушать. И латы. И латы. И на кокосовом. Латы и воду. И тоже еще на кокосовом. Латы. Вот, вода твоя с лимоном уже есть. Видите, Коля водичку только с лимоном пьет. Надо так сидеть. Да, да. Тамара тоже не кушает, да. Мы молодцы. Дружка, ну, я тоже на диете сижу. По-аджарски. Ну, это такая диета у меня. У меня диета такая. Неважно. Все? Да, вроде да, да. А пить, подожди, кофе, чай, что? Thank you.
Ще каже, приїхали з тими косичками, чоловік 10. Ага, вино наливає, розливає. Какой? А? Грузинское домашнее. Ага, грузинское домашнее вино. А названия у него нет, да? Домашнее. Да, просто домашнее. Жнейшая телятина вот такая. Мы взяли попробовать такую. Это мы по-аджарски. По-аджарски. Гарик себе взял ассорти, хинкали ассорти. Какой его десерт? О, десерт? Чизкейк у тебя там? И пахлава тут все в одном, да? Ага. О, здесь, да, что-то тут такое делается. Я пропускаю. Дякую. Нет, классичный Наполеон. По-аджарски горяченькое. Вот она, вот она, телятинка нежная. Да. Это не телятина, это сыр. А телятину не любите? Ну да, бери сырок с медом. А что Татьяна Васильевна не любит телятину? Все Татьяны не любят телятину. Ну что вы стесняетесь? Берите, что на меня не берите, я не ем. Тамара, дайте мне. А то телятина, да? Это телятина. А Тамара, вы тоже не любите, да? Ну, стараюсь. Не потому что у меня просто не разрешили. Не, я не хочу. Скоро. Скоро придем в ресторан, водичку все взяли и пошли по домам. Даже винца не будем, не? Коля даже вино не пьет. Он как? Коля говорит, от салатов поправляются. Не, почему? От салатов. Не поправляется, можно есть салаты. Ну, смотря надо знать, какое время. Мы на избе. Я свое время. Аня, расскажи, с чем у тебя хинкали? С куркой и грибами. А, с куркой и грибами. Хорошо, вот, дай бог, Коля. Да. Ой, чтоб меня не было видно в отражении. Рождественское настроение создает. Если это было так интересно, это люблю. Точно, с рожками олень. А даже носик есть, смотри. Они тоже такое делают, как бы люди рожками. Да? Дед Мороз и Снегурочка приехали. Привезли подарки. Спасибо. Дякую. Ну, ничего себе. Ничего себе маленькое. Спасибо. Ого. Тяжесть, конечно. Дякую, ну я же не вдумываюсь. Еще и свете отдельно, смотрите. Спасибо. Очень приятно. Спасибо вам большое. Очень были рады познакомиться поближе. Да, взаимно, да, взаимно. Мы с тобой знаем. Да, мы просто вас видим, знаете, вы как будто бы... Да, так мы тоже вас видим. Мы общаемся вроде бы с вами, да, через экран. Да. Мы будем общаться, приходите.